Всем привет, с вами Рэди. Сегодня мы делаем ралли на проекте CCD Planet среди двух моих машин. Это Mitsubishi Lancer EVO10 Evolution, да. Чипы примерно одинаковые, спорт, но у Evolution преимущество в поворотах, а у Субика максимальная скорость побольше, вот. Вот так. Вот мы приехали, будем стартовать отсюда. Будет стоять таймер, надо приехать наверх, вот. И кто первее, тот и выиграл. Вот такие вот и правила будут. Вот, если соберем 10 лайков, давайте тогда я смогу вам найду одного победителя и отдам одну машину на любителя, то есть или Evolution, или Subic. И также 10 лайков, если вам надо чипы, которые стоят на этих машинах, которые вы сейчас увидите. Ну ладно, погнали тогда. И первый автомобиль у нас будет это Subaru STI RX, вроде бы так вот. World Rally Team. Что это? Мир ралли. Вот. Ну тогда давайте на раз, два, три начинаем наш заезд. Раз, два, три. Погнали. Ух. Блин, тут она, конечно, топит. Главное не слететь с этой трассы. Вай, 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 вай. Фрезы уйдите, пожалуйста. Ух. Надо бы также против кого-то еще затягаться. Так, боком. Так, тут срезали. Если машина падает, то все, это проигрыш автоматический или не знаю. Но пусть лучше проигрыш, потому что переезжать я не захочу. Ох. Так, запомнить главное маршрут нам надо. Давайте тут притопить можно. Да не, мне кажется, Суба выиграет. Потому что Субарика преимуществ побольше в данном виде спорта. Чё, мы не туда поехали, да? Ну, лох ты судьба, я так понял. Сейчас попробуем по этому маршруту. Если мы поднимемся наверх, то да, то я не против. Я по вот этой дороге вообще еду первый раз. Не говорите, что мы уже почти наверху. Да, вот видите, на поворотах мы проигрываем, зато когда более-менее прямые, мы выигрываем наш ланцер. Ну, хотя вы сейчас увидите разницу. Вот. На. Так, тут нам куда-куда-куда, тут нам налево. Вот она дорога, просто ее плохо. Ай, разматывает. Не, все, нормально, летим. Да, фух. Фух, рядом было. Так. Ну, блин, такой себе Субик в поворотах. Не валит, надо держака убрать. Вот. Да, он завалит вообще жестко. Ой, мой косяк. Вай. Да мы реально как на ралли сейчас разложимся. Так. Мы уже почти приехали, я так понял, вот. Как скажу, стоп, тогда мы остановим таймер, вот. Так, тут куда? Сюда. Блин, тут повороты, да, тяжко на ней входить. Промейвик, я на нем покатался чутка, но пока доехал до Челяда. Вот было бы везде такое ограждение, чтобы нельзя было слететь. Было бы вообще по красоте. Давайте топим. Топим. О, а тут что? А, вот он, маршрут объединяется. Так, профейлились. Так, полетим. Ну, так, сколько там, секунды 3. Отнимем, ладно. Большой такой круг. В принципе, так-то прикольно, если даже будут игроки между собой такую фигню сделают, то да, я вообще буду по кайфу кайфовать с такой, ну, гонки, когда будут по две машины запускать, знаете, на победителя, там полуфинал, финал. И вот мы наверху доезжаем до этой трассы. Стоп! Все, вот мы приехали на нашем Субарике. Сейчас-то погнали на Эволюшене. Вот так вот. А вот и второй автомобиль, это Mitsubishi Lancer Evolution 10, как я уже и сказал неоднократно. Так, вот такой у нас Lancer, зверюга, сделал мне под ралли. Ну что, на раз, на три, как обычно, летим. Раз, два, три. Да, конечно, тут старт мы проиграли немного. Да, вот. Ого, это близко было, я вот реально вот... Блин. Что-то я на ней вообще в повороты не могу войти, она боком вроде бы вот идет, но все равно что-то тут не так, неудобно мне на ней ехать. Да,
Во-во-во, разматывает, разматывает. Стой, стой, стой. Все, уловили машинку мы. Во, вот тут мы сейчас выиграли на этом повороте время. Как по мне. И хоть вот она реально раздает. Давайте топим на всю тут. Блин, красиво тут, однако. Вай, 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 вай. Ой. Вот, все, летим дальше. Так, тут будет сейчас поворотик. Вроде бы. Вроде бы. Где? А, вот он. О, нет, все сначала полетели. Так, это третья попытка уже. Сейчас на второй я опять зафейлился, упал. Так, давайте на раза три летим на всего. Раз, два, три. О, помчали. Я вот близко к обочине держусь. Давай сейчас опять слетим, вообще будет по кайфу. Опа-на, не слетели, не слетели, летим. Ехать нам. Просто криворукий. Я бы такое Субару дал бы место выиграть сразу. Потому что это бред. На Эволюшене вообще его растаскивает. И фиг знает что. Ой-ой-ой-ой-ой. Летим. Давай боком, боком, боком. На двух колесах боком. Без карты вообще неудобно. Красотища-то какая. Так. Блин, вот тут обрыв вот рядом. Я на каком-то из таких поворотов сейчас вылечу. Вот что я говорил про Лансер. Мы зашли в этот поворот, он даже не почувствовал. Он просто прокрутил эти колесики, вот только детские, не знаю. Даже не почувствовал ни в одном глазу. Да, на подвеска тут капец, поворот. Оба-на. Оба-на. Жух. На мана. На. Я и ралли, две совместимых вещи, но это не точно. Ну вот раз через раз, то у него зацеп есть на этих поворотах, то нету. Поэтому его фиг поймешь, этот Лансер. Во-во-во-во-во. Блин, вот что плохо его. Чуть-чуть бы он мощности побольше, чтобы он на этих поворотах полностью раскрывался. Вы что, вот видели, почти полностью я его прошел. Вот, я цепляю обочину вот так, да. Вот. Да ну не. Лансер все-таки похуже, чем этот Эстиаха. Вот. Вот так вот. О, опа, на давайте газку, газку он с двух труб. А стена, стена, так. Тут вот сюда, я помню. Сюда, сюда. Тут валим сюда. Тут вот боком, боком, боком. Эвик, вали. Давай, давай. О, не. Эвик проиграл, как по мне. Тут без не эти стенки, я уже давно вылетел с этой трассы. Двери открываются. Оп, 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 оп. Стоп. Все. Вот так вот. О, парковка тут. Кря, я не знал этого. Ну и на этом я заканчиваю наше видео. На экране вы увидите сейчас, какой автомобиль победил у нас. Вот, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Рэди. Всем пока-пока.